Погода у нас сейчас как в начале апреля, говорят в Гидромете. Надолго ли задержится тепло, расскажет Катерина Воронченко. 8 марта у нас соответствовало климатической норме начала апреля, а четверг и вовсе стал самым теплым днем в этом году. Температура взлетела аж до 20 градусов тепла. И это не предел, говорят синоптики, а всему причина бесснежная зима и вторжение достаточно теплого и сухого воздуха со Средиземноморского бассейна. У нас пока еще потоки более юго-западные, поэтому к нам тепло и пришло средиземноморское. Оно немножечко нас, правда, коснулось, потому что в основном воздушная масса идет с севера Италии. Синоптики отмечают достаточно широкую амплитуду суточной температуры. Днем у нас тепло, а вот ночью холодно, и это не исключает заморозки. Но в предстоящую неделю они нам не грозят. Причем в ночное время это будет около нуля, а в дневное в районе 7-12 будет со знаком плюс. И в любом случае эта температура воздуха будет еще выше климатической нормы. Итак, в пятницу у нас будет до 17 тепла, облачность будет переменной. Ближе к вечеру ждем кратковременный дождик, а ночная температура 5-7 выше нуля. В последующие сутки температура без существенных изменений, а вот потепление ожидается ближе к среде. Катерина Воронченко, Владимир Погоня и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.